Итак, всем привет. Вот мы заходим в наш гостиничный номер, который мы сняли на Booking.com. Предварительная резервация стоила 160 евро на два взрослых человека и одного младенца. Это все, включая завтрак, парковку и проживание 2 дня, плюс посещение спа-зоны и зоны бань. Итак, посмотрим, какой у нас номер нам достался, посмотрим, соответствовало ли это все картинкам Booking.com и в каком качестве выполнен наш номер. Из самого комплекса отеля в спа-зону нужно пройти вот по такому длинному коридору, который соединяет одно здание со вторым. В одном здании находится ресепшн, сами гостиничные номера, ресторан, а во второй зоне находится уже сам комплекс спа-бани, джакузи и всего тому подобное. Но теперь мы двигаемся туда, я покажу, что там находится. Итак, вот некий обзор такой бани. Посмотрим, как она выполнена, из чего и что можно интересного перенять у наших соседей эстонцев, так как мы занимаемся банями, и нам это все-таки интересно. Какие-то фишечки, новые продукты. Посмотрим, из чего вот они предлагают сделать такую некую баньку, сауну. Итак, можно видеть, что это все дерево обито доской абаш, и они сделали некий декор, затонировали данное дерево в черный цвет, такой как бейтс, но это специальная краска, как мне объяснили сами вот эти банщики, которые это строили. Они объяснили, что это специальная краска для дерева, которое находится в самой парилке, то бишь оно износостойкое, держит температуру и не выделяет каких-то фенолов, промальдегидов и всего остального. Считается натуральным продуктом. Интересное решение было в том, что когда мы делаем нашу спинку, мы обычно ставим эту доску, да, черные ольхи там, или абаша, чего угодно, мы ее ставим всегда стоя. А они предлагают ее положить лежа, и в места, где у нас имеется такая вот щель, они предлагают туда засовывать уже LED. Как бы идея очень интересная, выглядит шикарно. Так что где-нибудь мы это, может быть, когда-нибудь применим. Они используют нетрадиционного вида вагоночку. Вагоночка имеет толщину 4 сантиметра. Ее толщина и имеет некий вот такой вот зубик, да, который уходит под наклончиком и составляет ширину нашей доски 6,5 сантиметров. Толщина 4,5. Очень мощно, солидно. Что еще интересного они могут предложить нам? Это обрамление вокруг нашей печки, да? Они используют специальную плиту мрамора, да? И ставят из двух кусков. Также у них сделано два окна, да? С выходом на главную улицу пиарную. И на полу уложен также мрамор под тот же самый стиль, как и на задней стенке за самой печкой. Итак, полки выполнены трехъярусные, сделаны они из абаша, так же само, и затонированы более темным бейтсом на самые сидячие места, да? А те, которые у нас идут под спинку, они у нас немножко посветлее. На потолке тоже используется вагонка абаш, также затонированная. Видимо, это был такой задачей дизайнерской для того, чтобы сделать его таким вот цветом. И мне немножко непонятно, но почему-то везде присутствует здесь соль. Абсолютно везде. Может быть, так как в самом бассейне есть хлор, все полки абсолютно белые,
И также в этом спа-зоне есть соляная баня, но к этому мы подойдем чуть попозже, покажу и эту баню. А в этой бане, конечно, что хотелось бы отметить? Отметить хотелось бы то, что молодцы эстонцы, у них есть такой материал абаш, и делают они вагонку не совсем стандартную, они делают ее зубристую и вниз со скатом. Есть, конечно, некий минус, который мне не совсем ясен, почему они не ставят на углы, да, внутренние и наружные, почему не ставят никаких обрамлений в виде там уголков или еще чему-нибудь подобным. Вот эти вот места не совсем, конечно, красивые, но на вкус эти также не совсем красиво сделаны. Вот это место, но для общественного места это довольно-таки нормально. Печка здесь использовалась Хэлла, да, одна из самых лучших печек. Сами понимаете, что у нас есть несколько брендов: Тюла, Хэлла, и самый низкий уже уровень — это Хавия. Но здесь не экономили, так как это спа-зона, общественное место, и цикл эксплуатации данной бани будет слишком большим, и чтобы не затрачивать ежегодно какие-то вложения в эту печку, сауну, баню, выбирается всегда самое лучшее. На этом не экономится, так как клиенты бывают совершенно разные. Кто-то заливает эту печку постоянно, а если на Харви полить слишком большое количество воды, конечно, мы сами понимаем, что из этого выйдет. Итак, на этом обзор этой бани. Она называется Софе, да? Максимальная температура в данной сауне достигает 80 градусов. А мы двигаемся дальше. И сейчас покажу, какую еще баню можно наблюдать и найти в этом спа-отеле. Итак, также в этом комплексе есть баня, которая называется Соляной. Соляная баня, она изначально предназначена для тех людей, у которых проблемы с дыхательными путями и какими-то кожными заболеваниями, какими-то там проблемами. Здесь присутствует большой постамент, на котором на мраморной плите и уложено две чашки соли. В одной присутствует обтиратель, которым можно спину натереть, еще что-то. И как после того, как человек натирается этой солью, он садится на свои лавки и получает какой-то энергетический и соляной приток. Поэтому после того, как мы растерлись нашей солью, садимся на лавочки и наслаждаемся. Соляная баня, она отделана вся мрамором, полы мрамор, стены мрамор, и сама большая площадка, на которой установлено два постамента под соль, тоже сделана из мрамора. Потолок выложен из плиточки 10 на 10, это обычная стеновая плитка, и также отложены лавки, на которых люди после того, как обтерли солью, сидят и получают лечебные свойства от соли. В данной бане температура невысокая, здесь от 40 до 45, но влажность здесь слишком большая. В данном отеле также присутствует баня для самых маленьких посетителей данного спа-отеля. Данная баня выглядит вот таким вот образом. Стены обиты все сосной, но заматованы также бейтсом, так как они любят, это их, наверное, фишечка, как-то замотовать это дизайнерски. Выглядит очень здорово. На потолке установлено как будто бы звездное небо. Использовали точечные маленькие диодики. Также установили они здесь небольшой бассейн, где можно покупать младенца. Температура в данной сауне составляет от 36 до 38 градусов. Та температура, в которой может находиться младенец от 3 месяцев. Также здесь присутствует телевизор, по которому постоянно идут, крутят мультики. И сделаны вот такие вот полукруглые, обделанные желтой мозаикой сиденья, на которых можно мамочкам, папочкам посидеть и искупать своего ребенка в данном бассейне. Вот такая вот сауна присутствует для самых маленьких посетителей данного спа-отеля. Итак, еще одна сауна. Это
аромасауна. В данной сауне находится температура от 55 до 68 градусов. И отделана она липой. Липой отделаны все полки, все стены, потолки. И также забойцованы. Выполнены они вот в таком вот стиле. Сделаны сидушечки. Можно видеть, из какого дерева, да? Это 2-сантиметровая липа, которая нарезана кубиками. И эти кубики прибиты уже на сами сиденья. Также тот же нюанс, те же мелочи, на которых нету тут никаких уголков, но здесь как бы я бы тоже, наверное, не ставил, так как это и так неплохо выглядит, а вот на откосиках я бы все-таки поставил какие-то наличники или какое-то обрамление. Также и по периметру вот это место не совсем красивое, но вполне может и остаться таким. Итак, можно видеть, что сделано такое вот сиденье в форме, да, под спинку, на которую вы можете комфортно расположиться, лечь и наслаждаться приятным запахом. Так как здесь температура и влажность достаточно низкие, и из-за запаха здесь можно комфортно посидеть. Единственное, я бы добавил еще сюда музычку, колонку какую-то, для того, чтобы можно было вообще вот наслаждаться и кайфовать. Конечно же, все зададут вопрос, а куда же здесь, вот, от чего это все идет, куда это все приходит. Наверху располагается вытяжка, приток присутствует из-под двери. Сама печка, которая арома, она располагается за этим полком. То бишь вы сидите, а нагретый полок, очень приятно. И сзади располагается сам уже мотор, который распыляет этот запах и ароматизацию по всей бане. Вот и пришло время поговорить об очередной бане. Данная баня выполнена в русском стиле, да. Данная баня сделана как в деревнях, по-черному. Ну, всем понятно, что здесь по-черному. Никто не будет топить эту баню. Это же все-таки отель, здесь присутствуют и дети, и все остальные. Поэтому она выполнена в таком русском стиле, в старинном. Оббита потолок обзолом, да. Это все у нас сосна. Можно видеть, но я не понимаю, почему они используют такие дикие материалы в своих парилках. Но пусть будет так. Это может быть идея дизайнера. Стены обиты уже не обзолом, а цилиндрическим деревом. Да? Полки выполнены из обзола, покрашены также, выкрашено все черным цветом. И поставлена подсветочка под низом. Выполнено все в таком интересном стиле, мне очень нравится. И самое интересное, что после данной бани можно выйти на улицу, и там присутствует два джакузи, один холодный, один теплый, в который можно после данной бани, так как здесь температура достигает уже свыше 100 градусов, да, здесь печка, несмотря на то, что стоит электрическая, да, с неким фонтанчиком, который от определенного времени брызгает на данные камни, и уже тут не надо постоянно самому подкидывать. Он выставлен на режим, чтобы постоянно поддерживать не меньше 100 градусов в данной парилке. Итак, а на главной части данного сауны-зоны, да, здесь располагается большой бассейн, водопадик, и есть три небольших джакузи. В одном из них есть водопадное окружение, то бишь ты залазишь вовнутрь, и тебя крутит так по некому бассейну. То бишь плавать даже можно не уметь, но тебя крутит водоворот сам по данному бассейну. Также в этом комплексе присутствует Мертвое море. Располагается бассейн 4×4, но мы туда не пойдем, так как у нас маленький ребенок. Стоит это посещение 9 евро за один раз. Потолок здесь выполнен весь из дерева, и самая большая зона обделана натяжным белым матовым потолком. Также присутствуют гейзеры, но можно видеть, как за моей спиной светится потолок с лэдовскими подсветками. По-моему, это просто высший такой отель. Что хотелось отметить, вот Владимир Волошин показывал видео по поводу ВИЧ-аквапарка и был слишком недоволен, там было антисанитарии и всему подобное, и в результате этого всего закрыли данный аквапарк на какие-то профилактические работы. Но что хотелось бы сказать по поводу этого аквапарка, да, не самого аквапарка, а спа-отеля, хотелось бы отметить то, что мной действительно не было
замечено ни одного грибка. Все настолько вылизано, вычищено, и все в надлежащем виде выглядит. Да, есть какие-то помарочки, но присутствует всегда человек, который может прийти на помощь, спасатель. Все вымыто, вылизано, но можно видеть по видео, что абсолютно все красиво, все безопасно. И стоят везде барьеры, везде стоят отливы, плитка везде матовая, и отделка сделана очень качественно. Вот сейчас я покажу вам поближе эти места, которые там Владимир тогда показывал на видео. Вот я хотя бы одно из них покажу, что здесь действительно все намного круче. Ну вот еще одно место, которое всегда, постоянно может быть какая-то плесень, грибок и все остальное, но в этом аквапарке этого нет. Смотрим, все полы, все примыкания, все углы, да, везде, где присутствует силикон, все чистенько. Если он красный, значит он красный, если он белый, значит он белый, если он зеленый, синий, он такого же цвета. Нету никакого грибка, здесь все хорошо, действительно, очень хорошо и качественно. Также здесь присутствует некая сауна, да, джакузи, которая располагается на улице. Здесь теплая водичка, и нужно видеть, что данный джакузи находится под открытым небом, да. Данный аквапарк работает с 7 до 10 вечера, и это означает то, что сюда можно взять бокальчик шампанского, любимую женщину, и посидеть вот в данном джакузи на улице. И присутствуют два осветительных абажура, таких торшера, где можно романтически посидеть, понаблюдать под звезды, пофантазировать. Вот такое вот милое место здесь. Также еще одно есть, но второе уже после баньки, в холодное джакузи, в такое ледяное можно прыгнуть. Также можно видеть, что даже вот эти вот места такие криминальные, где постоянно скапливается вода, да, а в них тоже нету никакого грибка, плесени, налета или еще чего-то. То бишь, все-таки можно как-то содержать свой аквапарк, свое спа в хорошем состоянии, и несмотря на то, сколько ему лет. Все зависит, я думаю, что все-таки от персонала и от самих уборщиков, и, так сказать, от руководителей. Поэтому все-таки ВИЧу стремитесь к чему-то, для того, чтобы не было вот плохих таких вот видео, как от Владимира Волошина, например. Итак, вот и настало утро, а теперь мы пойдем на завтрак. Я сниму видео, покажу, какие завтраки в этом спа включены. Можно видеть, что стол действительно своеобразный и очень много всего. То бишь, я думаю, что даже самый вредный и капризный клиент найдет для себя какой-то завтрак, еду, что он может взять и позавтракать с утра. Итак, дорогие друзья, ну вот я и оплатил нашу поездочку в Эстонию. И хотелось бы подвести уже тогда итоги двухдневного нашего отдыха в Пиарну, в отеле «Эстония», «Resort & Spa отель». Получается, два взрослых и один младенец проживали на этой территории отеля и ходили, посещали спа-зоны, бассейны, массажи и банные процедуры. И это все обошлось на двоих, 160 евро, плюс ужин и обед еще обошлись, помимо отеля, 40 евро. Итак, двухдневный отдых в Эстонии, в Пиарну, нам встал в 200 евро, вот этот чек. И с администрацией я поговорил насчет того, что лучше всего заказывать билеты не на Booking.com, а обращаться прямо напрямую на их сайт. И на их сайте можно взять такое предложение, что вам станет поездка не дороже, чем на Booking, а намного дешевле. Как сказала администрация, у них есть горячие предложения, и возможно купить билет за 59 евро на 2 человека, дабл номер, и проживать двое суток в этом отеле. Но это нужно за этим следить, бывают такие горячие путешествия. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки и не забываем подписываться на наш канал. А этот отель мы рекомендуем. Здесь действительно хороший сервис, хорошая еда и хорошее отношение к клиенту со стороны персонала. Всем пока-пока.